Доброе утро. Я уже отработала. Дом, короче, убрала. И сейчас, наверное, у меня одна квартира будет. А потом поеду домой. Сегодня с Денисом, короче, на 8:30 поехали. На работе я балконы не мыла, я только фойе помыла. И возле песочницы, короче, пособирала весь песок. Ну, смела его, потому что малые все там раскидывают постоянно. Еще успела, в принципе, какую-нибудь квартиру взять, поэтому можно подскочить и туда. Сейчас буду звонить хозяйке. Полина уже проснулась. Варила сегодня, получается, спагетти и сардельки. Короче, она проснулась тогда, когда еда сварилась. Поэтому поела теплая. Ну, вот сейчас нужно еще на интернет положить все школьные принадлежности. Не школьные, а садовские принадлежности. Короче, за копейки спихнула. И у меня еще, короче, сдача той женщины осталась. Короче, нужно еще и на телефон пойти эти деньги отложить. Короче, вот так. И на интернет. Потому что, блин, вчера забыла. За салатом сходила, а на почту не зашла. И в итоге получается, что сегодня по-любому надо. Короче, на Советскую иду пешком. Потому что мне еще 20 минут ждать. Короче, думаю, прогуляюсь. Поэтому уже сказали не торопиться. А то у меня ключа нету. И в итоге сейчас придется ждать хозяйку. Она мне привезет все ключи. Вот, я думаю, пройдусь, фигня. Утром так холодно было, сегодня нормально уже. А сейчас уже нормально. Офигеть. Просто такой дубак. Я, блин, вообще обалдела, если честно. Хотела кожанку надевать, и в итоге передумала. Пошла в свои рабочие. Все, я уже добралась сюда, квартиру убрала. Все чисто, прекрасно. Люди будут заселяться сюда вечером. И пока я шла, получается, я когда шла с работы, зашла в Фикс, а потом уже поехала на тралике с автовокзала сюда. Вот, и зашла, короче, сделала кое-какие покупки. Ну, в Фикс-прайсе ничего не купила, в три цены только купила. Вот, значит, убрала квартиру. Сейчас я направляюсь к почте. Нужно отложить эти деньги, которые... Сдачу мою, я пообещала человеку, что на телефон брошу. Вот, отложу, короче, деньги. И пойду домой. Приду домой, побуду где-то часа два и поеду, короче, на процедуру, буду бодяжить себе губы. И сейчас заодно быстренько, пока есть время, покажу, что я купила в три цены. Короче, купила кисточки, потому что я у Полины вот эту вот самую большую, короче, взяла и красила там, короче, свои эти руки. Короче, в итоге взяла 2,90, все вот эти вот кисточки, пони и коза, короче, натуральные. Угу. Линейка у нее есть, но она ее зарисовала здесь на 30 сантиметров, так как сейчас рюкзак будет большая, а та у нее на 20. Дальше с волнистым краем, как нужно было по списку. Линейку, кисточки это не обязательно, у нас все дома есть, просто я решила немножко обновить у нее там все. Вот, 4,50 стоил набор вот этих вот ножниц. Режут они, значит, вот так вот. Короче, я когда вырезала васильки, я вот эти вот все волны делала как бы собственноручно, а здесь будет быстрее. Фоамиран резать это вообще класс. Одни ножницы такие стоят 2, иногда 2,5 рубля. Здесь за 4,50 3 штуки, класс. Взяла спирограф, очень классный, мне нравится. И здесь 3 такие штучки, ну и короче, возюкаешь всякие штучки получаются. Вот, если захочет Полина, то будет Полина возюкаться. Не захочет, пусть лежит, 90 копеек. Вот, когда-нибудь да захочет. У нее такая штука была, и она реально вообще классная, потому что, ну, сидишь и фантазируешь, типа вот так вот ручку вставляешь, и всякие красоты получаются. Вот такие вот у меня покупки. Вот, что почем... Вот цены. Еще пакетик брала маленький. Короче, вообще недорого. Сейчас там у них акция. По-моему, вот это 90 копеек, это 90 копеек. Это я не помню сколько. Ну, короче, вообще пипец. Как бы супер цены. Короче, все, собираю я это. И вот такой пакетик еще черненький взяла. Я это собираю и ухожу отсюда. А то мне нужно еще пойти Полину покормить. Ну, она сидит там, играет. Так бы уже мультики посла, а так интернета нету, так что сейчас положу. И вот этот зеленый мешок, это с мусором, а вот это три коробки.
Такие коробки, что этой коробкой убить можно. Короче, взяла три коробки для хранения. Тут оставили люди, получается. Ну, они обувь покупали и оставили эти коробки. В итоге пипец. Вот у кого есть коробки реально для хранения, они вообще как бы дорогие. Думаю, возьму, буду свои причиндалы ложить фоамирана и всякого барахла. У меня просто куча. Поэтому я просто буду вот это вот все сюда вот впихивать. Короче, как организую все, потом дома покажу. Я уже дома, сейчас сижу, пью кофе, помыла посуду. Полине сделала бутерброд, она сходила, кролику травы нарвала. Сейчас у нас 2:30, примерно через минут, наверное, 20, где-то так. Буду вызывать таксу и хочу туда еще сгонять в Еврик. Нужно будет еще собаке колбасу купить, но это там уже, наверное, назад как буду ехать. Сейчас вот, наверное, как поеду, я зайду в Евроопт, чтобы уже не этот самый, не ходить туда-сюда. А уже назад 100%, наверное, траликом поеду, потому что нужно в наш магаз. Потому что в Еврике такой колбасни, как обычно собака ест, у нас, наверное, не будет даже. Поэтому в любом случае. И плюс еще мне нужно кофе Денису купить, не забыть бы. Вот. Так, пришла. Полина говорит, что, деньги на интернет положила или нет. Сидит, короче, сейчас мультики смотрит. А я отъеду где-то примерно на 1,5 часа. Вот, я сижу сейчас специально до последнего, как бы так, ну, ближе к этому времени, чтобы... к своему времени, чтобы туда попасть. Вот, лучше я на такси проеду, чем я еще, блин, минут 40 буду туда добираться. Поэтому пока дома посижу, а тут сейчас вызову. Вот, загрузила, значит, стирку, постирала 2 своих гольфика. И сейчас Дениса вещи стираются, но они будут долго стираться, я еще приеду даже, успею. Короче, не знаю, что сделаю там, конечно. Даже и не страшно, и не стрёмно, потому что, допустим, с веками та же фигня, я боялась поначалу, а потом реально клёво вышло, я ожидала реально худшего, вот, а по поводу губ просто, не знаю, наверное, что-то чуть-чуть темнее просто сделали бы, чуть-чуть буквально, может быть, вот этот вот цвет, как бы, ну, по крайней мере, я хочу посмотреть, что мне мастер предложит, вот и всё, я иду снова к этой Анне, которая мне делала. Специально к ней записалась. Поэтому, надеюсь, она с меня сделает красотку. Короче, еду я, значит, в своей новой куртке, в розовой майке, джинсы и свои беленькие кроссовочки. Короче, все. 15 минут сидела, ждала до тех пор, пока такса не станет дешевле. Было 4 рубля, уже 2,10. Все, можно ехать. Все, запомните меня такой. Ну, скорее всего, будет еще легкий отек, это понятно. И примерно через месяц уже будет конкретный такой результат виден. Поэтому поехали. Я, кстати, реально не понимаю ценообразование Яндекса. Это пипец. Стоял повышенный спрос. Было 4 рубля. Я, короче, посидела 15 минут, подождала. Стало 2,10. Вызвала, короче, таксу. Думаю, сейчас, короче, подожду и параллельно нажму еще заказать типа таксу и посмотрю цену. Уже 3,50. Я офигею просто. Кроссовки эти клевенькие, вообще шикарно. С мишками. Ну и под джинсики вообще опупенно. Короче, мне уже процедуру сделали, но это пипец, какой отек там. Очень сильный отек. Короче, пипец, я думала, будет получше. Но это настолько больно, что, блин, не передать просто словами, хоть и под анестезией, но это жесть. Все, заходила я в магазин, короче, купила продукты. Пить мне только можно сегодня через трубочку. Отек, сказали, примерно в районе 1,5–2 часа спадет. Был довольно-таки сильный. Ну, собственно, и сейчас есть, поэтому хожу в маске. Короче, вот губы сразу после процедуры, ну, буквально сколько, минут 20-30 прошло, где-то так. Вот, они будут наполовину, короче, цвет наполовину, короче, все-таки сотрется. Вот, сейчас опухоль. Такая, что капец, у меня губы даже вовнутрь завернуть не могу. Вот, вымоется этот цвет, и через месяц уже будет окончательный результат. Вот, где-то в районе 3 недель заживления происходит. Я бы сказала, это очень больно. Прям очень больно, блин. Такое чувство, будто взяли наждачку. Сначала потерли эти губы сильно-сильно-сильно.
Вот, а потом ваши губы резко обветрились, потрескались, и вам между этими трещинами просто иголкой дерут так, что вы просто офигеваете. Ой, мне промазывали обезболивающим, ну там этой анестезией. Но это все равно больно. Это капец, как больно. Вот. Ну, это после процедуры. Сейчас вот это вот, что-то я лохматая, вылезла с тралика. Вот, это сразу вот такая фигня после процедуры. Это сразу такая ерунда после процедуры, а потом уже отек спадет. Я попозже покажу. Сейчас похоже, знаете, на что? На маску из ТикТока, типа, ты не видишь, Шоли. Я Анджелина Джоли. Типа в этом духе. Там губы такие прям на это. Ну, собственно, как у меня сейчас. Нормально так. Жесть. До сих пор больно. Короче, отек вот спадает. Ну, как бы сказали, 1.5-2 часа ждать. Короче, ждем. Потом покажу, что будет в результате. Зато я увидела себя с накачанными губами. И, блин, понимаю, как мне это вообще херня не идет. Потому что если мне что-то вколоть, я буду вот такая. Это будет капец. Просто. А ты что? Блин, стоит, короче, на кирпичиках и служит. Служит, есть просит, ждет. Сейчас Денис придет через пару минут. Как увидит это все, офигеет. Так, мои покупки, что я купила? Полине колбаса. Нет. Что не крем? Крем у тебя в трусах. Не знаю, просто квашина решила взять. А не было, по-моему. Мужу кофе. Дальше. Котлеты, которые уже в пюре превратились. Виноград. Полине желе. А что ты еще хотел? В этом маленьком пакете ты хочешь, чтобы тут пипец продуктов было много? Но тебе йогурт не брала. Завтра возьму йогурт, да? А еще что поделать? Ну вон виноград поедим. Больше виноград? Сейчас оно отвалится. Что, пугаешься меня, да? Да? Оно, это оно просто опухшее, потом оно пропадет, оно будет по-другому. Ну, тут еще камера так передает, что пипец просто. Оно реально, блин, напухшее и темное. Помыла виноград себе. Полине тоже оставила. Она сейчас пошла на улицу. Короче, Денис отреагировал на это нормально. Как бы так. Ну, это на фотографиях и на видео так страшно, хотя в реальности нифига не так. Вообще близко даже не так. Короче, как будто под цветом моей майки все это делалось. Короче, прошло 4 часа. Вот, там несколько дней вот эта вот фигня. Вроде как говорили вообще, но не знаю. Отек должен пропасть, в принципе, а боль как бы сохраняется частично несколько дней. Ну, не знаю, я мажу гигиеничкой, поэтому надеюсь, что нормально будет. Короче, прилаживала себе салфетку. Пигмент остается на салфетке, поэтому, ну, он как бы выйдет все равно частично и будет просто светло-розовые губы. Вот, смотрю слепую и скоро будем ложиться спать. Еле попила кофе, есть я не хочу. Сижу, еле-еле ем семечки. Капец просто. Завтра вроде выходной, и вот думаю, мне за грибами сгонять или нет. Короче, фиг его знает вообще. И хочется, и не хочется.